Смердин нарушил правила против Мизина. Штрафной Шевченко. Наверняка сейчас последует туда перевод мяча в штрафную площадь. Там Лужный тянет руку. Лужный-то совсем один. Совсем один. Филимонов! О, боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да, мы ждали гола Шевченко. Надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч и, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Все разговоры о неготовности нашего голкипера к этому матчу. Не хочется их повторять, но они становятся реальностью. Ну, посмотрите, никто не мешал. Мешал только дождь. Злосчастный дождь, который прошел над Лужниками. Счет 1-1 за минуту.